Привет, друзья, это я, профессионал Саня, и в этом видео я снимаю седьмую часть по моему пожеланию на страшной сборке. Поехали! Это видео будет озвучено, ведь, к сожалению, во время записи у меня были проблемы с микрофоном, то есть я забыл, точнее, то я забыл его включить. И да, вы это видели, там кто-то пробежался, это новый мод. Вот совсем недавно вышло обновление, жуткое, называется Skinwalker. И как вы поняли, сегодня я с ним буду играть. Же я не успел снести все соски дома, но меня напали и убили. А что произойдет дальше, вы уже увидите сами. Это вообще очень жуткий мод, я так в тот момент реально испугался, ведь он ни с того ни сего просто на меня взял и побежал. И убил. А потом я смотрю камеры. А в камерах у меня сосед. Это же дядя Толя поселился. Он у меня орал. Это. В пещере. Убедившись, что это не какой-то моб там странный, а именно The Night Sprawler, я решил его проведать. Короче, эту встречу я не выдержал и умер, к сожалению. А также смотрите, я научился кое-что делать. Все это время вы помните, что на протяжении всего этого, всей этой серии я фотографировал монстров на камеру. А все это не просто так. Есть такой мод экспасур. Это на камеру. И только посмотрите, как я могу классно делать. То есть я могу делать вот такие фотографии. Наконец-то я их научился проявлять. Просто на них так жутко выглядят обычные монстры, ну вообще. Это что-то нечто. Только посмотрите на это. За такое можно даже лайкосик поставить. И у меня дома спался тупой токсик вообще. За такое, ребят. Ставим лайки, ведь я... Убили меня и поставили это красный палец вниз. Кстати, друзья, вот я заметил фишку в этом моде, который называется Skinwalker. Он нападает неожиданно. То есть на него не обязательно смотреть, он просто такой из дерева нападает, убивает, а вот срачки это вообще. Поэтому обязательно скачивать этот мод. Называется Skinwalker. Вот вечно куда не посмотришь, скримеры, вот откуда только могут, там и нападают, ну вообще просто. И кстати, прямо сейчас я на момент записи, я там реставрировал дом, который сгорел в прошлой части.
Ну это просто пипец, друзья. Просто пипец. Так, кто-то появился. Что за фигня? И откуда главный? Ух! Так. Эй. А дом-то у меня больше не деревянный. Что ты мне сделаешь? Что кайфует. Ух, это реально, кстати, подходит к кому. На, я сейчас убью. Проклятие снега проходит, а я знаю, почему это. Так. 10 секунд. 10 секунд. Вот чёрт. Я его глушил на время. Блин. У меня весь лагерь разрушил. Вот чёрт. А он до сих пор здесь. Он мне прям по пяткам ходит. Теперь в лабораторию. Ну, ребята, на видео я заканчиваюсь. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.